Покровский парк. Интересная лавочка стоит здесь. В прошлом году здесь начались работы и на данный момент продолжаются. Видны молодые какие-то кустики или елочки. Вон там белые ленточки. Всякие земельные работы производятся. Установлены новые урны и лавочки. Люди там с собачками гуляют, местные жители. Через дорогу дворец детского творчества там, за деревьями. Здесь детская площадка. Thank you.
Какое красивое небо!